Брайан, добро пожаловать в Five Nights at Freddy 2. Да, вышла вторая часть, и сейчас мы в нее поиграем. Ну, чтобы мне было не так страшно, я возьму с собой игрушку. Это свинка, ее зовут Дроздроперма. Ты что, дурак, что ли? Ну что же, опять первая ночь, 12 часов ночи, все как и в первой части. О, господи! Вау, вот это да. Так, ну давайте рассмотрим, что тут изменилось. Во-первых, тут теперь нету дверей. То есть тут есть только два вентиляционных люка, в которые мы можем посветить фонарем. А также есть центральный коридор, по которому могут спокойно ходить игрушки, и ничего им не будет мешать. Вы наверняка тогда спросите, как нам спасаться от них? Так вот, у нас есть вот такая вот пустая маска Фокси. Когда мы ее надеваем, игрушки не могут видеть нас и принимают своих. Но только есть один нюанс. Эта игрушка не бесконечна, то есть есть ограничение по времени. Халява в другом месте, детки. Ну что же, давайте уже наконец-таки начнем выживать. А, этот чувак опять нам объясняет, как тут выжить. Я все равно ничего тебя не слушаю, по хардкору все сам разберусь. О, фак. У них и модельки изменились. О, господи. Так, господи, эта игра еще намного страшнее, чем первая часть. Кстати, у нас же есть теперь новая комната и новые монстры. Нам нужно заводить где-то шкатулку, в общем-то. Где это место? Почему фонарь? О, господи! Вы видели, там медведь стоял вдалеке. Нужно срочно надевать маску. Ну блин, а если она кончится? Медведь, уходи, пошел вон отсюда! Я всего лишь милая лисичка, Дроздроперма, спаси меня. А, блин! Что? Это что еще за шипокля? Кто это, мать вашу? Вот это вообще сейчас неожиданный поворот был. О, господи. Это капец, что за клоун? Первая ночь, а я ее так быстро просрал. Что-то мне не хочется больше в это играть. Ладно, надеюсь, вам понравилось. Если так, то поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Пока. Знаю, не купитесь вы на этот раз. Блин, и даже тактик никаких в этой игре, не знаю, в этой части. Ничего не понятно. О, тут даже, кстати, можно светить именно в камере. О, господи. И по люкам тоже можно светить. О, господи, вы посмотрите, кто это? А вот тут нужно заводить какую-то коробку. Если мы не будем ее заводить, то тогда к нам попадется вот этот вот чувак. То есть вот этот клоун, который к нам выпрыгивал. Это какой-то новый монстр. На самом деле тут монстров, по-моему, новых 5 где-то. Офигеть! Ну, в первой ночи, конечно, не все 5 будут попадаться. Далеко не все. Но вы уже видели одного. Так, нужно заводить коробку, не забывать про коробку. Опять гребаный вентилятор. Они что, его вообще убрать не могут? Ну, хотя бы теперь энергии нет. И, ну, правда, лучше была энергия, потому что без энергии, но зато очень сложно это сделать. Сложно тут выжить. Модельки хотя бы у животных поменяли. Так, нужно завести тут шкатулку эту. Смотрите, там какой-то мишка маленький сидит, мини-мишка. Сыночек! Играй, главное, не останавливайся. Кто-то пропал. Кто-то, зайка пропал. Где зайка? Зайка. Ой! Приветики. Так, нужно надевать маску. Что это за значок? Это значит, кто-то рядом? Я слышу шаги. Вы слышите шаги? Такое дыхание у него. Видно, ему некомфортно в этой маске. Ну кто это шагает, черт возьми? Блин, у нас сейчас дыхание в этой... Ой! Посмотрите на Чику, какая она няша! Она реально няшкой стала! Похорошела, деточка! В первой части, наверное, похудела, конечно, там набегалась за нами-то. Черт возьми! Ой, охренеть! Вы видели? Ой, привет, Чика! Она нам коктейльчик принесла. Ничего в этом плохого нет. Как там? Как там? Где эта штука? Включайся. Ой, там Мишка. Фух, успели включить шкатулку и маску надеть. Мы прям профи, слушайте. Мишка, хватит там стоять. Ну, блин, вали уже. Господи, вот это морда, шипакля сраная. Ладно, давайте попробуем последний раз. Я ведь хочу хотя бы одну ночь выжить. И за это всего платят $100.50 в неделю за такую работу. Конечно же, это заведение не несет ответственность за то, что нас убьют или расчленят. По крайней мере, там было так написано. Так, все, короче, мы профи. Блин, ну почему тут дверей нет? С дверьми было так комфортно. Так, все пока что на месте.
Так, вот давайте, короче, зайдем вот сюда. Смотрите, на плакате еще один монстр. То есть это не Таша Покля, это еще какой-то другой. Это что такое вообще? А, это лиса белая, что ли, такая? О, господи. Это, наверное, уже волк будет, раз он белый. Только не останавливайся, музыка. Меня почему-то всегда хватает этот гребаный клоун. Никакие другие монстры меня даже не хватают. О, это еще кто такой, господи? Никого нет. Я такое лицо сейчас сделал. Что это? Что со мной происходит? Что? Как эта игра на меня влияет? Непонятно. Так, ну более-менее я разобрался, в принципе, вот с этой коробкой, по крайней мере. А то я не мог понять вообще, как она работает. Так, ой, кто-то пропал. Кажется, кто-то пропал. Это не к добру, знаете ли. Ой, здрасте. Я лучше надену мяску. Мяску! Вот это поворот! Я боюсь маску открывать. Кто-то идет, черт возьми. Или что это значит? Это значит, наверное, то, что у меня дыхание закончилось. Мишка, черт возьми! Да они там всегда стоят, они мне ничего не делают. Я на них внимание обращаю, в итоге выпрыгивает эта гребаная шипокля. Ух, я успел сделать, я успел завести и надеть маску. Играй! Господи, эта игра капец как держит в напряжении, это что-то. Господи, она опять, музыка опять заканчивается. Нет! Ты достал, медведь, ну пошел ты вон уже. Ой, почему меня не предупредили? Ух, блин, я же думала, я сейчас умру. Может быть, мы все-таки первую ночь сможем выжить? А, блин, ну какого черта, я же включил ему гребаную музыку. Ненавижу, и тебя тоже ненавижу. Ну что же, надеюсь, вам понравилось вот такое вот видео. Надеюсь, вам понравилась игра. Мне понравилось, еще круче, чем первая часть. Намного страшней. Скачивайте, покупайте. Играйте на здоровье. В любом случае, если вам понравилось это видео, то поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Также, если вы хотите продолжение, то тоже поставьте палец вверх и напишите в комментариях. Ну вот и все, с вами был Брайан, до скорой встречи, пока!